я, может быть, вспоминаю несколько слов, манифест, но часто спрашивают, да, зачем вы, для чего вы, почему социализм новый, чем он отличается от старого. Да, как мы уже с вами видели, человек отличается от животного тем, что у него есть чувство справедливости. Без чувства справедливости настоящего человека не существует. Вековая борьба, которую вели многие народы за справедливость, воплотилась в нашей стране в 17 году в реальности. Мы тогда строили социализм, наши отцы и деды. Их ругали. И то не так. И это было не совсем верно. Были ли ошибки? Ну, а, конечно, нет. Конечно, они были. Но как же, мы строили впервые новое общество с нуля. Ведь до этого человечество развивалось просто, знаете, идет себе, идет самотек. Впервые люди взяли собственное развитие в свои руки, хотелось быстрее. На этом пути были повороты не туда. Но я последний человек, который будет наших отцов и дедов за это критиковать. В тех ужасных совершенно условиях вселенской борьбы против нашего уникального эксперимента наша страна не только выжила, она победила и показала всем, что человек может жить на этой планете совсем по-другому. Поэтому мы, естественно, будем опираться на опыт нашего советского социализма, которого мы, я думаю, с вами, особенно те, кто успел пожить в то время, несмотря на все возможные недостатки, гордимся и будем гордиться. Ну, конечно, понимаете, говорят, вот при том социализме, особенно наша некоторая молодежь, мобильных телефонов не было, еще чего-то не было, хотя тогда не было нигде. Конечно, история идет по спирали. Новое социалистическое общество будет несколько другим, опираясь на принципиально такой же фундамент. Возможно, нам удастся сделать его самым демократичным в мире, обеспечив населению реальные права, которых еще никто никогда не знал. Возможно. Возможно, это все произойдет очень мирно, гуманно, чего мы с вами все хотим, поэтому боремся за власть сугубо законными, демократическими методами, хотя здесь все говорили, что против нас применяют. И тем не менее мы, я думаю, все равно победим, потому что за нами стоит справедливость. Что сейчас надо делать, на мой взгляд, с тем, чтобы наш съезд не превратился просто в собрание? Борьба реальная идет, и она, я думаю, после нашего съезда должна приобрести совсем новое звучание. Итак, мы все должны прежде всего готовиться к выборам 2020 года и 2021. Для этого каждый регион, не хочу повторять слово «должен», но должен выдвинуть лучших людей своего региона, вне зависимости от партийной принадлежности, людей порядочных, честных и незапятнанных кандидатов любого уровня. Понимаете, что все другие партии левые, наши союзники, те еще пока тут нам присматриваются, говорили, но это же, вот они, но их нельзя не поддержать. Эта работа должна начаться прямо сейчас. Мы будем встречаться с этими людьми, мы будем оказывать им всемирную поддержку. Потому что, как мне в Хабаровске оказывали поддержку люди, приехавшие с Владивостока, с Екатеринбурга, с Иркутска, так и мы всем миром навалимся на те регионы, где у нас будут шансы победить. Это задача такая максимум. Задача минимум, мы каждый день в регионах должны вести работу по улучшению, ну хотя бы в этих условиях реальной, конкретной жизни людей. В наши ячейки должны люди приходить, ну и получать там хотя бы какую-то помощь, да, опираясь там на наших депутатов, на наших союзников, еще на кого-то. Мы должны представать как люди неравнодушные, которым, знаете, вот не все равно, которые не ждут того, чтобы сесть там в какое-то кресло через 2 года. Итак, теория малых дел и теория подготовки к смене власти, я сейчас хочу подчеркнуть. Мы должны сделать выборы в Государственную Думу в 2021 году последними при этом режиме. Мы должны после этого повернуть нашу страну на рельсы социалистического развития. Иначе будущего в нашей России, боюсь, что нет. Отдельно я хотел бы, знаете, вот моя недоработка, моя вина. Отдельно хотел бы поприветствовать все братские союзные республики бывшего СССР, многие из которых не смогли приехать, но которые все прислали нам тоже свои горячие приветствия и делают это каждый день. Братья, несмотря на те границы 91 года, мы всегда с вами. Нельзя не сказать, вот отдельно про Крым, который проявил гражданское мужество в 2014 году под штыками, под угрозой пуль.
И крымчане делали это не первый раз, я должен сказать. Они делали это в 91-м году. В 94-м году они выбирали автономию, но когда вот этой России было, ну, наплевать на то, что с ними происходило. Я очень рад за то, что они вернулись действительно в родную гавань, несмотря на все те недостатки, проблемы, которые существуют в России. Все. Крымчане, мы вами отдельно гордимся. Спасибо. И еще самое главное, это вот я не могу говорить об этих людях спокойно, там, без боли сердца, это, конечно, Донбасс, героический Донбасс, представители которого тоже сегодня в этом зале. Вы знаете, вы, пожалуйста, нас не простите за то, что, может быть, мы не смогли вас всех уберечь. В 2014-2015 годах. Простите за слабость, может быть, безволие нашего руководства. Вы сейчас продолжаете Великую Отечественную войну. Вы сейчас те, на которых мы равняемся, те, с которых мы берем пример. И я сделаю все, чтобы в будущем социалистической России имена героев Донбасса носили лучшие улицы, лучшие наших городов. Больше даже скажу, к нам очень большой интерес из других стран, из Швеции, с Кубы, с Никарагуа, из Германии, из Монголии. Вы знаете, вот чувствуется, пробуждается у людей надежда на нашу великую страну, которая была для них великой не потому, что она большая, не потому, что у нее были ядерные ракеты, а потому, что люди со всей земли, вне зависимости от цвета кожи, разреза глаз, всегда чувствовали себя в Советском Союзе, как на родине. Спасибо вам, друзья, тоже за то, что вы меня приветствовали. Ну, смотрите, манифест это получился или нет, программа у нас четкая. Она должна быть нами доведена до каждого человека. Отмена позорной пенсионной реформы, введение прогрессивного налогообложения для богатых, бесплатное образование, бесплатное бюджетное здравоохранение, восстановление социалистической идеологии, восстановление в качестве государства нашего великого, героического красного знамени. Знаете, как поется в одной песне, хорошей, мы победим, за нас весь шар земной. Спасибо, друзья, огромное вам спасибо.